Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщает, что теперь, чтобы записать себя к врачу или ребенка в секцию, не нужно даже выходить из привычной социальной сети ВКонтакте. Здесь появилось новое мини-приложение «Госуслуги». В этом сервисе пользователи могут легко и быстро воспользоваться популярными услугами портала. В мини-приложении «Госуслуги» в ВК доступны разделы «Образование», «Запись ребенка в кружки или секции», «Авто», «Предъявление документов», «Допуск к управлению авто» и «Проверка его данных», «Здоровье», «Запись к врачу». Чтобы воспользоваться мини-приложением «Госуслуги», необходимо перейти в любой госпаблик региона, в галерее виджетов выбрать «Госуслуги», авторизоваться. После этого пользователь автоматически возвращается в мини-приложение, и можно получить услугу. Скачивать приложение не нужно. Данные пользователя не передаются в соцсети и хранятся на госуслугах. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что одиноко проживающим инвалидам первой группы положена компенсация за первичную установку газового счетчика. Максимальный размер выплаты – 11 тысяч рублей. Для оформления выплаты можно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону, указанному на экране. Поддержать любимую Самару в народном голосовании предлагает администрация Куйбышевского района. Пусть вся Россия знает, что Самара просто космос. А знаете ли вы, что такое креативные индустрии? И что Самарская область входит в число пилотных регионов, в которых разрабатывают и формируют региональные законодательства по мерам поддержки креативных индустрий. Развитие креативного кластера – тенденция, которая сегодня определяет не только культурный вектор развития городов, регионов и страны, но и серьезный экономический пласт. И то, что Самарская область в авангарде вопроса креатива – доказательство того, что к этой теме с большим вниманием относятся не только представители творческих профессий, но и экономисты, предприниматели, государственные структуры региона. Сегодня Самара борется за победу в первом федеральном конкурсе городов России «Культурная столица года 2024». Наш город в числе 8 городов-финалистов. Победителя назовут 28 сентября на торжественной церемонии в Москве, а до 25 сентября идет народное голосование.